Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала, те, кто регулярно за мной наблюдает. Ну, видеть кое-какие изменения, которые происходят со мной. Итак, сейчас еще нету 6 утра, а я делаю запись. С чем это связано? Это связано со вчерашним занятием. Вот там спрашивают, зачем этим заниматься, какие позы, что там будет, эффекты и так далее. Вот как раз я сегодня расскажу об одном эффекте, который произошел у меня сегодня ночью на основе занятий гравитационной гимнастикой. Как я все говорю, мощь растет, 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 растет. И вот я позанимался примерно где-то, наверное, часиков 7 закончил, может быть, чуть раньше, вечера, вчера. Вот, и жена даже удивилась, а я сам как-то не придал значения, что я после занятий твержу такую фразу. Со мной что-то происходит, со мной что-то происходит, со мной что-то происходит. Знаете, как мотив из песенки. Со мной что-то происходит и так далее. Ну вот. Ложусь я спать, и снится мне сон, такой сон. Я нахожусь в квартире своих родителей на площади труда. То есть это второе место, в котором я долго жил. Первое место это на комбинате. 7 лет я прожил, а потом... С 7 лет до 27, то есть 20 лет, я прожил там, на площади труда. И там разные штуки были. В частности, там я как раз испугался. 9 лет я испугался, и такое чувство было, вот я, знаете, от страха орал. И в меня что-то входило. Входило, знаете, вот я сжался, чтобы не пускать. Вот это влазит все, это дрожит туда-туда, знаете. Что-то, грубо говоря, влезло. В это можно верить, можно не верить. Итак, значит, это же квартира. И я вижу, вернее, я чувствую, что на меня начинается атака. Атака, я чувствую, что что-то хочет в меня внедриться. А внедрение идет такое, знаете, как будто в тело с той стороны или с другой стороны. Какие-то вибрации как бы входят, такие вибрации, 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 вибрации. Ну, я, значит, начал, так сказать, сопротивляться, то все, пятое, десятое. А это тоже не отстает. Сущность, значит, как бы сказать, с другого боку там заходит, так сяк. И тут я начал креститься правой рукой. Опачки! И что? Это... цепляется на правую руку и не дает мне креститься. Такое впечатление, как будто тут что-то такое. Вот она мешает мне креститься, мешает креститься. А я продолжаю, я же мощный стал. Как-никак, я занимаюсь гравитационной гимнастикой, видите, уже моща-то, будь здоров. Ага. И, как бы сказать, ни оно меня не поборет, ни я ее не поборю. И я тут начал призывать, вот, хотите верьте, хотите, как хотите, Иисуса Христа. Вижу, вот, стоит невдалеке. Других святых молюсь, призываю, та-та-та-та-та-та-та-та. Чувство начало отпускать, отпускать, отпускать. Вот, они тут, как бы сказать, стоят рядом. Ага. И еще, как бы сказать, борьба идет. А я хочу теперь посмотреть, что это за сущность, которая, значит, ну, будем говорить, во мне жила, или там со мной жила, или хотела, значит, мной овладеть. К зеркалу. Самое удивительное, во сне я хочу к зеркалу.
Я помню, что у нас там в квартире был шифонер на нем, зеркало. И вот я к зеркалу, 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 раз, в зеркало, хоп. Что я вижу? Никакой сущности не вижу, а я вижу себя с такой, знаете, золотистой кожей, принимающей такую мускулистую позу, позу самой максимальной мускулистости. И, значит, кричу. То есть я вижу в зеркале мощного, красивого мужчину, который, знаете, в восторге орёт, орёт от восторга, от своей какой-то силы, мощи, свободы. Это удивительное, знаете, явление такое вот видеть в зеркале. И на этом сон растворился. Проснулся я только раз у себя там на телефончик в 2 часа 23 минуты. И вот энергии настолько много, что я до сих пор не заснул. Ну и решил с вами поделиться. Как хотите, так и понимайте. Но я в который раз говорю, что я перед вами хочу быть открытым. Что со мной происходит, о том я и рассказываю. Какие достижения, какие недостижения и прочее, прочее, прочее. Так вот, что я хочу сказать. Теперь, если вернемся к гравитационной гимнастике. Значит, вчера я ногами продавил 760 килограмм на 2 раза. Я до этого не делал так. На раз сделал, а на 2 раза не делал. То есть, на 2 раза продавил. Вот. Жим лежа у меня, вернее, дожим лежа, слабоватенький. 210, но лучший результат 215. То есть я был, как бы сказать, на максимуме практически от своего результата. Вот штанга на поясе оказался какой-то прослабон. Возможно, вот эта вот энергетика, так сказать, на будущее вот это вот уже, она начала тратиться на вот борьбу с освобождением от разного рода вот этой вот мерзопакости, которая на каждом человеке имеется. Я так думаю, 1 из 100 000 людей вот может, так сказать, похвастаться, что у него вот подобного нету. И то, возможно, даже еще больше. Далее, следующее упражнение, значит, вот это вот концовка тяги 500 килограмм. Ну, так сказать. И вот последнее упражнение, я до этого 400 килограмм делал. Сейчас решил 405 сделать. Значит, упражнение, конечно, вот это вот штанга на плечах, когда ты ее приподнимаешь, крайне непростое. Тут своеобразный эффект должен быть поезда на магнитной подушке. Нету напруги. Поезд лежит на рельсе. Напруга есть, он встает. То есть вот надо выдать эту напругу. Если вы не выдадите эту напругу, этот вес, ну как у меня там 400 килограмм, ну 405 мои, так сказать, рекордные 5 еще килограммчиков, он просто-напросто сплющит вам поясницу и все ваши межпозвоночные диски, они выщелкнут. То есть вам надо именно вот за счет вот этого вот усилия создать, то есть по позвоночнику вот эту вот мощь. И я чувствую вот именно вот это вот проявление мощнейшего волевого напряжения явилось тем спусковым фактором, который вытеснил, то есть уплотнил настолько мои все эти тонкие тела, энергетические там тела, что он вытолкнул эту сущность. Видите, как я напрягся. И, естественно, ночью во сне она попыталась опять, значит, грубо говоря, в свой домик влезть. А я сказал: дурьку тебе! Нет уже! Накось выкуси! Вот такие вот, как бы сказать, интересные эффекты
от гравитационный гимнастик. Ну что я еще думаю? Вот опять-таки, эти 405 килограммов, такое впечатление, вот и у меня до сих пор там создается, что там в пояснице все там расплющится и так далее. Чем мне больше я вес поднимаю, тем, знаете, легче в спине, отчасти в той же пояснице. То есть я как-то воспрянул. Просто-напросто воспрянул, распрямился. Вот очень интересный феномен. И энергетическое насыщение вот вселяет какую-то такую уверенность, оптимизм. Суставы крепкие, представляете, ё-моё, практически 500 килограмм на коленном суставе, тазобедренном суставе. Он не разрушается, он только крепче становится. То же самое с поясницей. Ну вот, об этом я и хотел с вами поделиться. Некоторые воспримут это как сказку, некоторые как какую-то тут глупость. Ну, а тот, кто идет по пути самосовершенствования, это ценнейшая информация, которая раскрывает, как работать с самим собой, вообще для чего нам жизнь дана, для того, чтобы мы с самим собой работали, а не приобретали какую-то там профессию, нечто такое там делали, да, вроде и это надо, и для питания. Но основное занятие – это мы сами, это мы любимые. Раскрыть потенциал. И когда мы начинаем раскрывать потенциал, мы с такими вещами сталкиваемся, которые похожи на сказку, которую я вам и рассказал. До новых встреч!